Егор Котов. Участники соревнований, готовьтесь к шлему, одевайте до выхода на ринг. Илья 2002 года рождения, имеет первый разряд. За время занятия бокса провел 51 бой, 44 одержал победу. Тренируется под руководством Павла Лункина. Финалист Вооруженных сил России. Илья Иванов, красный угол. Егор 2002 года рождения.
3 года занимается боксом, провел 28 боев, 24 одержал победу. Егор имеет второй юношеский разряд. Тренируется под руководством Николая Руцанова. Финалист первенства города Москвы 2016 года. Егор Котов. Синий угол. Давайте поприветствуем. На наших соревнованиях присутствует вдова серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта СССР Александра Николаевича Кошкина, Ольга Викторовна Кошкина. Одержал победу боксер из Красного угла Илья Иванов.